Он был лучшим из лучших. Итан Реннер. Всю жизнь в управлении. Он свое дело знает. Но даже у него есть свои слабые места. Я тут вроде как малость приболел. Советую вам привести в порядок свои дела. ЦРУ благодарит вас за службу. Ты больше не работаешь на них? Я хочу, чтобы ты работал на меня. Ну уж нет. У меня другие планы. В обмен на твои услуги я предлагаю тебе экспериментальное лекарство. Интересно? Эта штука, Итан, может продлить тебе жизнь. Выбирай, убьешь или умрешь. Это задание может подарить ему жизнь. Ты сказала один человек, а здесь пятеро. Упс. Или отнять ее. Привет, Зои. Уже 3:40, Итан, ты где? Чтобы исправить свои ошибки, придется браться за любую опасную работу. А у тебя всего 3 дня осталось. А я-то надеялась, ты присмотришь за Зои, пока я буду в Лондоне. Присмотрю. Люк Бессон представляет. I don't care. I love it. Зои? Я хочу сделать соус для спагетти, но не знаю, что нужно, кроме помидоров. Детка, так получилось, что у меня сейчас встреча с настоящим итальянцем. Можешь поздороваться. Привет, я Гвидо. Кевин Костнер и его 3 дня на убийство.